Так мне вот хотелось сейчас душой обнять великий армянский народ. Это первый народ в истории человечества, который совершенно пособен принять Христа всем народам. И первый опыт строительства государства христианского это подарило миру великая Армения. Поэтому это совершенно особый народ. И сейчас мы знаем, хотя вот так много пришлось армянскому народу пролить кровавых слез и крови, и мук перенести, а они свое христианство сохранили в окружении и на вере. Поэтому я глубоко убежден и в Арцахе, и в других частях Армении, и той Армении, которая сейчас географически не в Армении, западная часть, восточная, южная, а уникальное Киликийское армянское царство, можно говорить, много. Я думаю, там нет квадратного сантиметра, не облитого мученической кровью христиан-армян. Поэтому хотелось воспользоваться возможностью передать через нашу сестру низкий глубокий поклон великому армянскому народу. А как армянский народ близок к болгарской земле? У нас своя тут история. Это не описать ни одним эфиром, а если только сказать кратко, именно армяне на свое кладбище приняли казненного и выброшенного за стены города останки Авраама Болгарского. Мученика. Мученика нашего. Именно армяне. На свой страх и риск. Его ведь казнили фактически как предателя народа. Да. И они на свое кладбище христианское его христианина приняли. В унисон сказанным скажу, во время раскопок там находили погребение, например, женщины-китаянки и других. То есть, это о чем говорит? Что христиане-армяне Болгара хранили внезапно умерших странников, купцов. Вот какое служение несли. Сколько любви было здесь у армян в Болгаре. Поэтому, дорогая наша сестра Стелла, приезжайте в Болгар. Мы вас отведем в Болгарский музей-заповедник на -4 этаж. И покажем вам погребальные камни с кладбища, которые были найдены. Армянского кладбища. И вы сможете свободно прочитать, что на них написано. А написано там буквально следующее. Здесь упокоилась во Христе княжна такая-то, такая-то. Приезжайте к нам. Да, а у нас будет возможность нашу сестру с любовью обнять, да, накормить, порадовать.